«Помогать безвозмездно» – это девиз всех волонтеров-медиков. Теперь добровольцы будут вести свою деятельность в стенах Республиканского ортопедо-травматологического центра имени Цахаева. Это уже второй по счету отряд волонтеров, который будет помогать медперсоналу в Махачкале. Сюжет Абдулла Алиева. Продолжение темы. Довольство ближнего – это главная награда. Так считают представители общественного движения «Волонтеры-медики». Оказывать помощь врачам им не впервой. На этот раз они будут безвозмездно работать в травматологическом центре Махачкалы. Волонтерами являются студенты медицинских вузов республики, которые, ко всему прочему, смогут еще и получить бесценный опыт работы в медучреждениях. Мы очень нуждаемся в этом проекте, потому как пациенты, которые обращаются к нам, лишний раз помощь этого волонтерского движения как для пациента, так и для работы центра, я думаю, будет значимым. Я думаю, польза от этого проекта и непосредственно самим волонтерам, потому как они являются студентами Дагестанского медицинского университета для практики, для будущей работы. Задачи волонтеров-медиков будут входить в помощь в перевязочных и процедурных кабинетах, в логистике пациентов и в оформлении для них документов. Также волонтеры окажут помощь в транспортировке анализов, выдаче таблеток и медикаментов и будут поддерживать санитарно-гигиенический порядок в отделениях. На сегодняшний день в 6 отделениях 60 волонтеров будут проходить практику, получать новые знания, улучшать свои навыки в этой больнице. Они будут участвовать в перевязках, будут участвовать в уколах, капельницах, помогать в навигации пациентов, кормить их, тем самым будут получать знания, улучшать свои навыки, обогащать свой опыт, и тем самым это им поможет в будущем становлении их как профессионалов. Сегодня волонтеры-медики работают в более 400 больницах по всей России. В Махачкале пока еще 2 медучреждения, где помогают волонтеры. Будущим представители движения намерены охватить все ведущие клиники города. Абдулла Алиев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.